много всевозможных. Лариса сейчас нам про это расскажет. И там вот есть текст. Да, все написано. Выставка монтировалась вчера. Сегодня у нас такой торжественный день, открытие. Это, мы поняли, что это ретроспективная выставка, да, разных лет работы. И вот как-то вот очень так все вкусно получилось. Вы видите работы и по, разные по содержанию, и созданные в разные годы. И даже елочка тематическая. На елочке вы видите персонажи, которые живут в работах Ларисы Берлин. И сегодня она пригласила своих друзей, художников замечательных. Вот, подруг, и прекрасно пришли искусствоведы. Сама Лариса преподает в школе Тутси, школа искусств, которая находится здесь неподалеку, на Литейном проспекте. И Лариса часто приводит сюда детей на экскурсии, на выставки, которые она считает будут полезны детям. И они сегодня как раз музицировали, да, вот, исполняли уже музыкальную часть сегодняшнего вечера, и вы получили удовольствие, да, вот, поэтому из зала музыкального вы пришли в зал изобразительный, и мы хотим поздравить Ларису с этой выставкой. Лариса, ура! Поаплодируем, давайте. Я всегда исполню такое. Нет, ну почему? Надо. Я микрофон. Я не знаю, что сказать. Выставка называется «Лабиринты», потому что вся наша жизнь – это лабиринт. Лабиринт из мыслей, суждений, поступков и последствий. И мы очень часто, нам кажется, что мы нашли выход, а потом оказывается, что мы в тупике. Это и в жизни, и в творчестве. Поэтому можно сказать, что любая работа, любая творческая работа – это лабиринт, где ты ходишь по этим самым ходам и не знаешь, найдешь выход или не найдешь, или уткнешься в тупик. Почему лабиринты? Теперь, почему я хотела сделать такую выставку? Мне было очень интересно посмотреть на себя со стороны, честное слово, за 30 лет, потому что получалось, что здесь за 30 лет работы. Как-то так вот сложилось, то есть где-то с 92-го примерно по 22-й год. Много новых людей, еще много. Вот это все новое. И мне было интересно посмотреть, а что, как я прошла вот этот путь, к чему я пришла, от чего я ушла или не ушла, может быть, осталось все то же самое. Ну и мне было очень любопытно, и меня вчера, и, честно говоря, очень волнительно. Я не знала, как это все вместе совместится. Оно могло и не совпасть, и не объединиться вместе. Но, по-моему, получилось. Мне кажется, что они как-то запели в унисон, и все получилось, по-моему. Ничего, я довольна. Вот. А теперь я хочу, чтобы кто-то что-то сказал, потому что я сказала, а теперь вы скажете.